блядь, это сделали? Вы что, их ебали? Тут, короче, вообще там писка три. Взяли девчонку, изнасиловали. Кто? Три танкиста. 16-летняя девчонка. Наши? Да. Бля, и все, ебанцы. Короче. Коль, мы кушать что-то нормально хоть? Да нормально. Позавчера лобая захренарили. Кого? Лобая. Что, собак едите, что ли? Ну, было. Сейчас у меня охота, но засидерли его. А что, есть нечего, что ли? Да не, есть почему, сухпайки там, но сухпайки уже надоели. А, господи, елки-палки, блядь, армия наша называется. Кур с гусями всех похренарили уже. Вот. Ой, блин. Да не, нормально, нормально. Блин, ну вообще охренеть. Тихонько. Вообще, блин.